Скоки – это деревня Брестского района Брестской области Беларуси. Основной достопримечательностью деревни Скоки является усадьба, построенная в 1770-х годах. От всего усадебного комплекса в деревне Скоки сохранился только усадебный дом и фрагменты парка. На данный момент усадебный дом отлично отреставрирован, как снаружи, так и внутри. Сейчас в усадьбе в деревне Скоки расположен музей. Сама экспозиция музея не представляет особого интереса. Фактически она включает в себя просто хорошо восстановленный интерьер и предметы мебели в стиле 18 века. Также имеются некоторые документы, касающиеся бывших владельцев усадьбы. Однако музей в деревне Скоки живет активной жизнью. В нем часто проходят различные мероприятия, исторические реконструкции, конференции, фотосессии и прочее. Кроме того, нужно отметить, что, к сожалению, в Беларуси имеется не так уж и много хорошо восстановленных усадеб, и очень мало усадеб, где восстановлен в частности и интерьер. Чаще всего в Беларуси можно встретить восстановленные либо магнатские дворцы, либо дома известных исторических личностей. А усадьбы, если и восстанавливаются, то чаще всего только снаружи, а внутренняя отделка и планировка изменяется для того, чтобы здание могло выполнять какие-либо новые функции. Например, стать больницей, административным или жилым зданием. Поэтому именно в деревню Скоки нужно ехать, если вы все же хотите узнать и проникнуться тем, как был обустроен быт не князей или магнатов и не мелкой шляхты, а именно средних помещиков в 18 веке. По этой причине усадьба в деревне Скоки имеет очень большую ценность для всей Беларуси.